Здравствуйте, дорогие друзья. Действительно, Малбет, первая лига продолжается, разгоняется потихонечку. Третий тур. Погода действительно сегодня не очень летняя, но вот в чем-то я с Максимом соглашусь. Она футбольная, безусловно. Когда подъезжали к стадиону Шинника, вот как раз проронил я такую мысль, что много очень британского во внешнем виде вот этого замечательного исторического стадиона в городе Ярославль. Кирпичная кладка. Что касается Малахова, ему 25, ну, для первой лиги, мне кажется, возраст то, что надо. Отличная подача, и здесь выходит с ворот, здорово. Сейчас Александр Довнян, ну и там нарушение правил было, хотя не понимает Жамалетдинов, что, в принципе, он сделал. Но рефери все ему пояснил. Шадринцев с левой ноги, подача мягкая, пробить, наверное, будет не очень просто с такой траектория, а вот здесь можно забить! А это Игорь Соколов, если я не ошибаюсь. Как же попал сейчас этот парень? А по-моему, 19-й. По-моему, Илья Рубцов все-таки. Да, это все-таки не Соколов. Соколов поздравляет. 1-0, Шинник повел. Была, может быть, за история. Это можно. Там, правда, жёлтый, по-моему, дали. Вот Гащенков бьет поворотом и кулаками. Адоевский здесь только лишь так может играть. Будет еще угловой. Шинник успеет наверняка его подать. Произошло по две замены у каждой из команд. Эрбол Атабаев и Дамир Шагдинов выходят в составе Волгаря на поле. И Вячеслав Зинков, Дмитрий Гусь появляется у ярославской команды. Угловой в исполнении ярославцев. 2-0! Рикошет от кого-то. Сейчас посмотрим. Но это уже не так важно. Главное, что мяч оказался в сетке на второй минуте второго тайма. Ничего себе начало. Ничего себе начало в этом матче для Волгаря. Именно что касается второй 45-минутки. Здесь несколько рикошетов. Бортовой. Подача неплохая. И тут помогает Довмне собственный футболист Дмитрий Шадринцев. И, по-моему, как раз-таки сейчас Довмне его благодарит за этот эпизод, потому что летел так прилично. И интересно, как он войдет в игру. Да и не сказать, что Жамалетдинов-то прям возрастной футболист, уж по меркам первой лиги точно. Но вот вместо него, ну вот посмотри, пожалуйста, до замены забивают футболисты Волгаря. И забивает, кстати говоря, это сейчас Илья Зуев. Ничего себе пришел. Не на стандарт. Кстати, если бы не Зуев, то Жамалетдинов бы замыкал эту передачу. Тоже он был в хорошая позиция. Там Пушкарев на отличной скорости пытается стерилизировать. Но вот передача на Шакура, на Пушкарева дальше пас. Пушкарев с левой, момент. И что? Это от футболиста Волгаря мяч отскочил. Это мог забить Косарев. Косарев там не согласен. Там был сейв. Давай посмотрим на повторе. Шинник в атаке. Достаточно давно команда там не находилась, около чужой штрафной. Сейчас мяч держит достаточно неплохо, достаточно спокойно. И хороший перерыв сейчас. Можно обострять. Низа прострел. Рикошет. Ой-ой-ой. Да что ж такое-то для Волгаря. Еще один едва автогол мы с вами не увидели. Опять же напоминаю, что второй гол, который забил Зинков, на него записан. Смотрим повтор. И на этот раз в Зуеву мяч попадает. Ну такой, да, 1+1 в кавычках, безусловно. Шадринцев на левом фланге с левой ноги. Не совсем для него удобно подает, а подача-то прекрасная получилась. И удар по воротам очень даже зрелищный и вполне себе. Это Дмитрий Гусь мог бы тоже сейчас забить. Второй футболист, который вышел на замену. Но сохраняет мяч Шинник, и нужна подача. Есть там кому побороться, в том числе. Здорово здесь развернулся и вырезают подачу. И посмотри, мяч в ворота так летел. Да, это не подача, а удар полноценный. И надо сказать, что Данилу Адоевскому больших трудов стоило с этим ударом справиться. Ну, молодец, вратарь Волгаря. А можно и такую передачу сделать. И вот так вот играет здесь Соколов. Дальше мяч, конечно, не сохранил. Но все. Это все. Это победа Шинника. Первая в этом сезоне. Третий матч. И первые 3 очка долгожданные ярославцы набирают, побеждая на своем родном стадионе. Шинник Волгарь 2-1. Волгарь по-прежнему на последнем месте остается. И без очков, естественно, тоже. Вот так вот сводят ноги футболистов Шинника. И Низамутдинов сам здесь помогает.